Это вот просто смех и грех. Вы представляете, я уже, наверное, минут 15 с вами болтаю, а камера не включила. И как глянул, уже чуть ли не котлет жарила, а глянул, камера не включена. Сама на себя смотрю туда, вроде вижу, а камера не включила. Так что, дорогие мои, всем здравствуйте. Всех приветствую на канале Угольной деревни. Для новых подписчиков это Тамбовская область, Старый Юрьевский район. Канал наш очень молодой еще не довод ему, но скоро будет. И я очень рада, что у нас столько подписчиков. 3 уже с лишочком пошло. Так что очень рада. Не надо мне там, невозможно, сколько. У меня когда начинался там был 2-3 подписчика, 10. Я так радовалась, говорю, нифига себе, меня все смотрят, говорю, 10 уже подписчиков, а сейчас вон уже 1000. Так что вот так. Видео мое сегодня будет небольшое, потому что ваше время тратите смотреть на это, на все, на это хозяйство. Точно. Потому что каждое утро, обед и вечер одно и то же. Навоз, солома, вода, фураж, зерно. Вот так. Но куры неблагодарные, я вам скажу. Пошла сейчас. Слышь, куда в чат? Надо было минут на 10, а я сестра проболтал, просидела. Глянула. Ну, 3 яйца взяла. А это в одном гнезде прям сыро. Все вот так вот. В другом точно так же. Вот лучше мне не говорите, не пишите. Давай им это, вот это, давай им это. Насыпаю, вот поскольку ракушка им. Покупал уже сколько. Ну, надо еще, наверное, покупать. Так что неблагодарные, я вот так скажу, куры. Нагды, короче. Беру гнездо, вот сидит, я яйцо. В тот раз с рыжиком пошли, с пыжиком своим, с персиком, собирай. Они и мне всю руку сдолбали, еще и ему досталось по башке клювом. Так, ну а я вчера приготовила фарш. Ну, не только фарш. Ну, все приготовила для котлет. Ну, не жарила. Не хотелось мне вчера это делать. Вот сегодня. Так, ну, фарш я добавила геркулес, яйцо, лук. Что еще туда? Ну, короче, все съедобное. Нет тут ничего такого. Ну, все, кто наш... Все котлеты делают, кто на что способен, кто на что гораздо. Так что я вот такие. Так, ну все. Будем жарить. Не, я их сейчас обжарю с двух сторон, а потом поставлю потушу. Все, конечно, я не буду. Тут очень много этого фарша получилось. Все не буду. Сейчас половинчик пожарю. Потушу. Так, ну все, приступаем. Разговорила. Я в перчатках буду. Вы скажете, вот выёживаюсь в перчатках. Нет, не выёживаюсь. Я это... Мне руки потом удобнее их выкинуть, чем руки от этого жира мыть. Так что мне нравится лучше перчатка. Чуть я набаловалась в перчатках. Масло подсолнечное закончилось. Приходится вот на этом жарить. Ну, куда деваться. Так, а это сделал, сейчас в морозилку поставлю. А это вот еще. Вот. Еще будет жарить.
Ну все, пожарил с обеих сторон. Сейчас полстаканчика воды налью. И пусть минут 15 тушится. Все. А я тем временем займусь почище картошку. Как же мне запах нравится в деревья. Ой, ну вообще. Ой, люблю его. Мне пишет, я похудела. Мне даже нравится, что я худею. Я была полная. Очень полная была. 94 килограмма. Никуда дело не годится. Очень тяжело. И все болячки. Я не могла с дивана. Ну, сидела, вот, например, встану. У меня ноги как бы отекали. Тяжело ходить. А сейчас вот в легкую. Ирина мне там написала. Палки надо скандинавскими. У меня есть лыжные палки. Я с ними ходила. Тогда работает все другое работает. Правильно, написала Ирина. Спасибо тебе. Но скандинавских тоже надо купить. Может, кто когда подарит. Да, не скажешь, зачем они тебе нужны. Ну так, дорогие мои. Вот так у меня обед получился. Картошечка мяточка. Так, недостаточно. Котлета. Ой, прям такая мягенькая. Так, ну и салатик. Накладываю, прям слюни потекли. Вот. Так, у меня не кулинарный канал, так что какие будут замечания, лучше мне не пишите, потому что я как проживаю день в деревне. Так, девочки, и заварила чай себе. Люблю прям свежий чай заваренный, чтобы здесь был. Не хочу разбавлять ничего, вот прям вот так. Люблю так. Сейчас поставлю. Так, а кому мой обед понравился? Ставим пальчик вверх. Подписываемся на канал. И пишем комментарии, кому что взбредет. Так что, друзья, всем приятного аппетита. Так, а на заедочку, как мама я говорила, попьем чайку с клубничным вареньем. Вот все варенье нравится, но клубничное особенно. А? Очень вкусно. Вкусно. И чай вкусный. Суапсе. Вы помните, мне сестра присылала. Так что, друзья, приятного чаепития. Наливаем чай. Какое варенье есть, достаем и пьем чай. Прям вот клубничка. Ну-ка, сейчас посмотрим, что у белого кота у нас. А, у него прорвало. Кысунь, кысунь, кысунечка. Ага. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ну-ка, покажи. Покажи нам. Покажи подписчикам, что у нас там. Ну вон. А, ну больно еще ему. Не дается. Все лезут в камеру. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ну, прорвало, короче. Ну и хорошо. Сразу чека опала. Вот.
Вышла я на прогулку, дорогие мои. Правда, дорога тяжелая. Вчера было вот еще не так, а сегодня снег как бы немножко сыроват, как кажется, а там он лед. Вот. Ну я вот тут краешком. Ну тяжело идти. Ну ничего, надо гулять. Так что иду, и вы со мной идете по этой дороге. Ну тут скользко, прям под снегом лед. Знает, что из сторону. Как тут нам поудобнее. Вот так вот. Иду быстро, быстрым шагом. На этом видео я заканчиваю. Друзья, всем желаю мирного нам неба, здоровья. Если вот говорили бы, это осуществлялось, да. А то говорим, как вон в пустую бочку. Ну все, а я всех обнимаю. Всем говорю пока-пока. Ваша Галюня.